Меня зовут Кэмбиан Дон. Я служу миссионером в китайской гонконгской миссии. Я старейшина Мортенсен, и я миссионер Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я сестра Равера. Я из Уругвая, но служу здесь, в Колумбии, в Боготе. Мы находимся здесь, потому что любим Христа и любим этих людей. Это работа любви. И мы хотим служить им. Мы хотим, чтобы они знали, что Иисус любит их. Миссия — это возможность для добровольного служения. Мы, мужчины, служим 2 года. Девушки служат 1.5 года. Миссионеры у нас всегда ходят парами. В Библии мы читаем, что и апостолы ходили подвое, когда проповедовали Евангелие. Мы поддерживаем друг друга. Она мне как сестра. Получение призвания — это особенный момент в жизни миссионера. Прежде чем начать жить обычной жизнью, ты отправляешь документы, чтобы служить на миссии. Эти документы идут в Главное управление Церкви. И ты ждешь 3-4 недели, пока придет пакет с призванием. Это конверт примерно такой. И ты чувствуешь, что в этом конверте решается вся твоя жизнь. Когда приходит время открыть его на виду у друзей и семьи, это очень волнительно. Вы призываетесь на служение в качестве миссионера Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Вам поручено трудиться в китайской гонконгской миссии. Каждый день проходит по-разному, каждый день особенный из-за всего, что с нами здесь происходит. Я не забуду ни одного дня. Я просто обожаю это время. Я здесь для того, чтобы помогать людям приходить к знанию о том, как они могут жить счастливо. Я испытала на себе, как Евангелие изменило мою жизнь и принесло счастье в мою жизнь и в жизнь моей семьи. Так что мне не терпелось отправиться помогать другим людям узнать, что есть восстановленное Евангелие, способное изменить их жизнь и принести радость и неприходящий мир в их сердца, семьи и дома. Я уже много лет в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Миссионеры рассказали нам о Евангелии. Это так чудесно, и я была настолько тронута, что решила стать членом церкви. Да, это изменило мою жизнь к лучшему, и я радуюсь в своем сердце. Опыт служения в качестве миссионерской пары раскрасил нашу жизнь на все оставшиеся годы. И мы этого никогда не забудем. Вы отправляетесь на миссию с намерением обучать людей, и уже на миссии осознаете, что сами тоже учитесь у них. Важная часть миссии — это служение. Иисус Христос учил нас служить, и поэтому мы, как миссионеры, ищем возможности помогать людям. Когда миссионеры приезжают служить в другую страну, они полностью отдают себя людям. Они начинают любить их культуру, их пищу. Они служат этим людям. Они любят этих людей. Они ощущают тесную связь с ними и могут стать послами для этой страны. Эта страна стала частью меня. Она очень близка моему сердцу, и я буквально каждый день думаю о ней. Когда вы служите людям, вы любите их, вы можете проводить с ними много времени, между вами налаживается связь, и в конце концов вы непременно проникаетесь к ним любовью. Мы приезжаем из разных стран, мы говорим на разных языках, и нам, миссионерам, очень хочется помочь каждому узнать о том, что мы действительно дети Бога. Я люблю свою миссию, она приносит радость. Я вижу их такими, какие они есть. Какие они на самом деле. Бывают моменты, когда жизнь людей меняется, такие моменты приносят нам радость.